Сейчас мы будем удивлять. На эту сцену я приглашаю одного из самых успешных российских кинопродюсеров Владимира Полякова, молодого, но уже популярного актера Алексея Воробьева и легендарного композитора, автора музыки большинства фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, Эдуарда Артемьева. И прямо сейчас для вас будет роскошный сюрприз. Здравствуйте, друзья. Год кино, да? Год прекрасного нашего советского российского кино. Да, это праздник. Огромный праздник, действительно. Ну, и вы, Никита Сергеевич, часть этого праздника, и сами праздник, да? Вот представьте, вы сюда пришли, и вот мы говорим все про кино, все сидят, слушают, вспоминают это кино. И рядом с вами вы вот создаете такую атмосферу. Вот в прошлом году вы вышли этого шмеля, как спели, и все, и зал упал. Ну, что говорить, да? Великое кино создает огромный потенциал для не только воспитания там молодежи, а для духовного творчества и дальше. Музыка, великая музыка, да? Вот я вообще сегодня в шоке, просто вот, друзья, стоит великий человек, это просто гений! Это Эдуард Николаевич Артемьев. Вы вдумайтесь, мы живем рядом с гением, потому что то, что вы сейчас услышите, да, я уверен, никого не оставит равнодушным в этом зале. Никита Сергеевич, вам я бы хотел, как истинно русскому человеку, православному, да, сделать вот такой подарок. Это икона, где описаны все православные праздники. Она уже вас ждет. Около номера, скажу по секрету. Но описание этой иконы примет. И что бы я еще хотел сказать? Вот второй год подряд на новой волне проводится День музыки в кино. Игорь Яковлевич, почти 20 лет мы дружим с тобой. Да? Вот люди, если бы вы знали какой-то огромный труд, 15 лет подряд собирать шикарных людей, которые прекрасно поют, танцуют, снимают кино, что угодно. Вы посмотрите, постоянно люди, которые радуют народ. Давайте, Игорь Яковлевич, большое тебе спасибо. Дай Бог здоровья. Никита Сергеевич, подойдите. Помните кино? Дорогой Никита Сергеевич. Это по телевидению объявили. После того, как Никита Сергеевича сняли, вместо ранее объявленного фильма «Наш Никита Сергеевич» пойдет фильм «Ваш Никита Сергеевич». Никита Сергеевич, здесь краткое описание. Дай Бог здоровья, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Любим, уважаем, ценим. Господа, я впервые участвую в таком потрясающем совершенно собрание талантов. Причем еще атмосфера благожелательности какая замечательная. Это особенно поддерживает. И сейчас вот такой, не знаю, сюрприз, не сюрприз, потому что мы сыграем композицию из фильма «Своих и чужих». Не отнимай у меня мой текст, пожалуйста. Это мой текст. Все. Скажи спасибо. Спасибо. Скажи, что в следующий раз, в следующий год приедешь опять, будем жив-здоров. Спасибо. Thank you.
Георгий Юфа и композитор Артемьев. Под эту музыку был погашен олимпийский огонь в Сочи.